Знаете слов, но запомните их очень быстро, потому что... День российского флага в Лужниках. Есть две фразы, которые... Кто это? Характеризуют нынешнее время. Первая — это «работайте, братья», а вторая — «своих не бросаем». Да ну видим, как их не бросают, блядь. Своих как раз-таки бросают, причем очень с высокого, блядь, скажем так, с высоты такой достаточно большой. Это касается всей нашей деятельности. Запоминайте припев и будем петь всеми Лужниками, всей страной. Здесь собрались все свои родные. Кстати, посмотри, Руслан, сколько здесь людей! Сколько здесь людей, которым дали 500 рублей, чтобы они пришли на этот позор, блядь! Когда? И нас становится все больше и больше и больше! А хуй знает на самом деле, дали им деньги за это, не дали, заставили ли их прийти на этот концерт. Кто его знает, люди сейчас такие, что может и правда, блядь, пришли на этот концерт. Нет. Как люди вообще на такое ходят, я вообще, я честно не понимаю. Бесплатно? Бюджетники, бесплатные билеты? Ой, я там, а, да? Хорошо, давайте честно. Те, кто меня сейчас смотрит, здесь, вот прям на стриме, да, люди из России. Хоть один человек был на этом концерте, вас тут, блядь, почти 15 тысяч человек. Возможно, вас тут больше, чем на этом концерте. Конечно, сейчас некоторые по приколу будут писать. Но у меня есть ощущение, что ни одного человека, сидящего сейчас здесь на моем стриме, не было на этом концерте. Просто, а если был бы? Вот хотелось бы узнать, а как ты туда попал и почему? Да ёбаный рот, блядь. Наверняка вы не знаете слов, но... Это... Смотри, Руслан, сколько здесь людей! И нас становится... Давайте опрос, модерация, сделайте опрос в чате. А, были вы на этом концерте или нет? Опрос. Только честно, ребят, честно отвечайте, хорошо? Все больше и больше и больше! Ты знаешь, когда мы вот выступали только что, мы видели глаза людей. Ёб твою мать, блядь. Только честно, ребят, хорошо? Они рафланы или че? Они могли это сделать в Африке, где радикальные террористы. Они, блядь, в России у всех на виду. Это просто сюр ебаный. Ну да. Пригожина опознали. Блядь, как это можно было его опознать? Пиздец, ну ладно. Самолет с Пригожиным взорвали. Росми с ссылкой на комиссию Росавиации. По предварительной информации, самолет, на борту которого находился основатель Пригожин, и его правая рука были взорваны. Так. Бля, люди реально честно отвечают. Я думаю, вы по приколу, блядь, проголосуете все за то, что вы якобы были на концерте. Сука. И правая нога, и левая нога. Да, блядь, ребят. Ну хорошо, 500 человек с моего стрима были на этом концерте. Вопрос, вы долбоебы? Да? Тогда ладно, вопросов нет. Вопросов не имею больше. Теперь мы узнали причину, по которой люди на этот концерт пришли. Ой, бля. Глаза настоящих патриотов. Глаза людей, которые любят свою страну. Глаза людей, которые любят 500 рублей. Которые точно знают, какой сегодня праздник. Вот да. День флага России. С праздником, друзья. А, да. Это чё нахуй? Чё, блядь? Да реально нахуй на концерте такую хуйню показывают? Ебать, какой позор и кринж, блядь. Это не твоя война, значит не твоя страна, собирай манатки и пошел ты на. Бойся! Ебануться можно, пожалуйста, господи, блядь. Прошу тебя, покажи свою заднюю часть лица и лысенькую макушечку, чтоб я сделал норм-модель, а не кусок говницы. Я это не буду тебе свою лысую макушку показывать, это бесит меня. Тебя в Роблоксе. Я ж, блядь, тебе сказал, так ты башкой покрутил, тебе мало, что ли? Мне этот Роблокс нахуй не нужен. Не, ну если сделаешь, будет здорово.
Спасибо тебе за донат. Нам Германия нужна, справимся без них, вместе останемся дружно. Нет в мире силы, чтобы с нами сладить, победит Россия при любом раскладе. Нет в мире силы, чтобы с нами сладить, победит Россия при любом раскладе. Ебать. Это что-то прям совсем стыд какой-то. Ну типа это прям, ну бля, я даже не знаю. Люди сами туда пришли. Самый сюр в том, что там все оборудование, вся техничка из Америки, то есть они говорят о патриотизме, о гнилом западе, говоря в американский микрофон. Ну микрофон я не знаю какой у них, но все остальное оборудование-то, вероятнее всего и правда, западное. И прям может быть американское. Немецкое что-то там еще. Но западное. И что? Ну как что? Пользуются благами Запада, рассказывая о плохом Западе. Как что? Бля. И что? Ну как что? То, что они хуесосы, вот что! То, что без Запада они сами ничто, блядь. И концерт бы этот провести не смогли. Вот что! Понимаешь? Ебать, просто жесть. Это вообще трэш, нахуй. Лицемеры, ну типа того, да. Так, еще чего? Еще.